Друзья, всем привет! Рада приветствовать всех. Меня зовут Елена. Добро пожаловать! Сегодня у нас с вами последняя косметическая распаковочка, которая уже забылась, но еще не снималась. Это была последняя посылка, которую я получила в конце августа. Последняя перед стартом проекта «Год без покупок». Кто не видел, два видео уже на канале, и пока все хорошо. Так что, чтобы не было скучно, распакуем с вами, вернее, посмотрим, что я заказала, старую посылочку, которую я вам просто забыла показать. Была акция, как всегда. Заказ сделала на сайте Golden Patch. Делаю там заказ не первый раз. Хочу вам показать, значит, было три подарка. Вот здесь вот где нолики. Ноль. Набор увлажняющих тканевых масок для лица 10 штук. Это был подарок за заказ на 1000 рублей. Также вот здесь вот нолик. Это крем для рук в подарок за заказ от 2000 рублей. И вот здесь еще подарочек, тканевая маска для лица в подарок при оплате онлайн. Вот было три подарочка. И также по ценам можете посмотреть, были очень вкусные цены, было очень много скидок. Заказ, соответственно, я делала в августе. Сейчас скажу, в середине августа, 13 августа. Был у меня заказ. Доставили мне его быстро, как всегда, без нареканий. И давайте посмотрим, что же там в коробочке. Вот так вот. Я ее уже открывала. А если вы не видели этот эпичный обзор, это была нарезочка. Я вам ссылочку оставлю в конце видео. Проходите, посмотрите. Я ее уже открывала. Это получился огромный трэш. Поэтому я не стала тот обзор выкладывать, а делаю это снова. Итак, ну с чего начать? Давайте вот с этой коробочки начнем. Это у нас, чтобы вы думали, что это у нас. А это у нас кисти для макияжа. Ой, наверное, кто меня давно смотрит, скажет, что это что-то невообразимое. Лена такое не покупает. Но нет, покупаю. Здесь нет описания, но, по-моему, здесь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать разных, в основном, кисточек. Есть также щеточка. И расчесочка. Так сказать, заказала, обновила то, что у меня есть. У меня кисточки разные. Они, наверное, уже устарели, поэтому привела их в порядок. Обновив. Заказала две сыворотки. Это запас, так сказать, стратегический. На основе граната и на основе улитки корейского производства. Ну, не знаю, просто заказала, пополнила, была акция, смешные цены. Так что, в общем, запас. Пока просто кладу, не распаковываю. Как вы заметили, они все упакованы индивидуально. И... То есть никто до меня их в руках не держал, не вскрывал. Так, с больших упаковок. Вот такой вот алоэ вера крем. Это, по-моему, сыворотка, крем-сыворотка вокруг глаз. Да, вот айс гель. Бликует кошмарно. Ну, что делать? У нас вечереет, и снимать по-другому не получится. Крем для век, ну, то есть вокруг глаз. Биоаква. Я эту фирму уже заказывала, мне нравится. А для сухой кожи просто
находка. Так что присмотритесь, у кого мега сухая кожа. И из крупногабаритных вот такая вот коробочка. Я, честно говоря, забыла, что это. Так, сейчас прикину. Вот, набор 3 в 1 для очищения лица от BioAqua. Я, честно говоря, долго не могла понять, когда распаковывала первый раз посылку, что это такое, потому что здесь ни слова на русском, есть кусочек по-английски, но я особо не поняла, что это. Поэтому оставим с вами для тестирования отдельного видео. Там и все посмотрим. Она также запакована, запаяна, как видите. Так что посмотрим, пусть будет интрига, будет отдельное видео на эту штукенцию. Ждите. Самое интересное, что это такое. Так. И следом у нас маски идут. Вот такая интересная маска в шприце. Здесь получается шприц, там эссенция и тканевая маска. Наносится сначала эссенция, потом на нее сверху тканевая маска. Вообще такое впервые как бы встречаю, поэтому решила, что почему бы не использовать, не попробовать. Также, собственно, вот этот крем, который мне положили в подарок. Я такой крем покупала в наборе. По-моему, 5, да, по-моему, 5, 4 или 5, по-моему, 5 все-таки вот таких вот миниатюрок крема в наборе было. Вот этот мне очень понравился. Прям вот, ну, очень советую. Если сухая кожа на руках, вот прям очень сухая. Вот этот крем мне безумно понравился. Он сначала, ну, можно его немножко не понять сначала. Кажется, что он ложится пленкой и как будто бы жирный. На самом деле нет, дайте ему время, он впитается, и вы просто, ну, удивитесь. Нужно к нему привыкнуть. А вообще он, ну, шикарный. Вот эту масочку я заказывала с яичным желтком. Ну, что-то, в общем, решила попробовать. У меня вроде бы не было с яичным желтком. Что она тут делает? Ну, опять же, все направлено на уменьшение потери влаги. Так что вот такая масочка. Итак, следом я выбрала вот такую масочку с оливой, с увлажняющим эффектом. Опять же, чтобы не терять влагу и сохранить, и добавить, восполнить. Также выбрала вот такую масочку Animal, Тигр. Не пробовала, было просто интересно. Многие уже снимали такие обзоры, и было довольно-таки весело. Увлажняющая тканевая маска. Слишком для обладательниц слишком грубой и тусклой кожи. Тоже скоро будем с вами тестировать. Также заказала маску пузырьковую. Пробовала от разных производителей. Все работают по одному принципу, но эффекты и ощущения разные. Решила вот также и корейскую. Точнее. Изготовитель Китай. Вот, не корейскую, а китайскую. Попробовать. Но с корейского сайта. В общем, да, интересно. А с бамбуковым углем. Вот такая вот. И также еще вот такой наборчик масок. Вот таких веселеньких. По-моему, они все одного типа. Увлажняющие, питательные, там
И состав у них примерно одинаковый. Но здесь нету перевода, к сожалению. Вот, ну, принцип у них у всех один и тот же. Просто понравились мне, и наборчик стоил недорого. Также было заказано, собственно, вот эти вот. То есть сделала я заказ, и было мне подарено 10 масок. Они здесь по 2 штуки. Вот такие вот. Я пока не решила, они новенькие у меня. Может быть, устроить для вас конкурс и туда положить по одной штучке каждой. А то многовато получается, как думаете? В общем, идеи жду в комментариях. Хотите конкурс или нет на Новый год с масочками? Может быть, еще какой-нибудь бонусик для вас положу небольшой в качестве подарочка. И также маску в подарок положили за онлайн оплату. Вот такая вот с розой. Первый раз вижу такую бисутенг. Первый раз вижу такую маску. Она с розой. Не знаю насчет розы. Запах розы я вообще не могу терпеть в косметике. Он для меня невообразимо противный. Посмотрим, как будет эта маска. Надеюсь, что она не будет так ужасна. И здесь еще 3 вот такие милые конфетки. Они всегда кладут их в посылочку. Милый сладенький комплимент. Коробочка пустая. И вот так вот выглядел мой заказик. Последний заказик в этом году. Точнее, даже не в этом году, а в ближайшем году. Как вы знаете, а может кто не знает, с 1 сентября у меня стартовал проект «Год без покупок». Конкретно без покупок уходовых средств. Так что пока все хорошо. Для того, чтобы не было скучно, я распаковываю старые посылки. Сегодня была одна из таких. И надеюсь, вам было интересно посмотреть, что я заказала. Может быть, что-то для вас было неожиданностью. Пишите об этом в комментариях. Не знаю, ссылочку на сайт оставлять или нет, но это не реклама, так что просто введите в Яндексе Golden Patch, и вам все выдаст. Сайт очень хороший, у них постоянно акции. Все, с вами прощаюсь, до новых встреч в новых видео, не скучайте, подписывайтесь, кто не подписан, и пока-пока.